Люберецкая областная больница пополняется новыми кадрами. Учреждение здравоохранения проводит большую работу по привлечению медработников. В стационарах и поликлиниках округа активно трудоустраиваются молодые специалисты. В отделении челюстно-лицевой хирургии сразу два новых сотрудника. С ними познакомилась Луиза Егиазарян. Ваши анализы мы сейчас посмотрим и будем к вас к операции готовить. Завтра у нас планируется с вами операция. Прекрасно, я рада. Температура есть еще? Температура вообще спала. Начал хорошо как бы. И спать начал нормально. Горло болит? Они доказали свой профессионализм и право работать в этой команде. Во время стажировки врачей в отделении челюстно-лицевой хирургии коллегиальным решением было принято оставить Заурбека Картоева и Виорику Трофим. Молодые и перспективные врачи практически сразу заслужили доверие коллег. Подобрать сотрудников, которые будут удовлетворять требованиям не только отделения, но еще соответствовал, так скажем, своему рангу, да, как врача, это достаточно сложно. Потому что выпускается в нынешнем реале очень много врачей, я не отрицаю в этом плане. Но, так сказать, пройти так, естественный отбор, который мы делали для врачей, ну, прошли, так скажем, самые успешные. До работы в Люберцах Виорика Трофим трудилась в клинических больницах в Благовещенске и Нижнем Новгороде. Заурбек Картоев свой профессиональный путь начал в Филатовской больнице. В настоящее время учится в аспирантуре Московского государственного медико-стоматологического университета. Общий стаж молодых хирургов по 2 года. Оба мечтали носить белый халат с детства. Я вообще всегда знал и был уверен, что буду врачом, да, я даже никогда не рассматривал другие специальности и никогда себя не видел в другой какой-то сфере. Меня всегда привлекала хирургия, специфика работы мне очень нравится, это лицо, эстетика, красота, вот. Хочется помогать людям. Родители покупали игрушки, специальные шприцы и так далее, вот игрушечные все эти принадлежности. И, естественно, меня это все завлекло еще с детского садика. Я загорелась стать врачом, помогать людям. Еще в студенчестве в Амурской области я подрабатывала медсестрой в отделении как раз челюстно-лицевой хирургии. И там наш заведующий, наши медицинские сестры, врачи, коллеги все меня многому чему научили, и мне очень стало интересно, поэтому я продолжила путь в челюстно-лицевой хирургии. Блок челюстно-лицевой хирургии был создан на базе Люберецкой областной больницы в феврале 2017 года. В Московской области подобных стационарных отделений всего 4. Здесь проводят различные виды хирургических вмешательств. В будущем планируются в том числе и пластические. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.